Друзья, всем привет! Вот хотел вам показать, что в Москве уже лежит снег. Сегодня 30 октября, лежит снег уже. В этом году что-то он вообще рано выпал. Обычно где-то в ноябре, в конце ноября выпадает, или в декабре. А в этом году, вон, конец октября, уже снег лежит. Так он не сегодня только выпал, уже даже вчера и позавчера уже снег лежал. В этом году рано зима наступила. Снежок вокруг. Покрупнее сниму. Снежок, вот видите. Прям можно это. И снег такой липкий, можно снеговика лепить. Снежки можно кидать. Вот, друзья. Наступила зима. Хотя я говорю, еще октябрь месяц, 30 октября, но уже снег лежит как зимой. Я уже, видите, в шапке хожу, в шарфике, потому что холодно уже без шапки ходить. Ну и тучи такие пасмурные, солнышко не видно, пасмурно на улице. Вот. Ну ладно, друзья, всем пока, всем счастливо и до скорых встреч, увидимся.